Привет! Есть хорошая новость для тех, кто ждал новый флагман от Yumidigi. Глобальная продажа Yumidigi X уже началась с сегодняшнего дня. А вот вторая приятная новость. С 26 по 31 августа при покупке смартфона покупатель получает беспроводные наушники. Акция действует на первые 1000 заказов. А на первые 10 тысяч заказов цена на наушники будет составлять только 9,99. Неплохо, да? Yumidigi X очень достойный телефон за свою стоимость. Это доступный смартфон с сенсором отпечатка пальцев последнего поколения, тройной 46-мегапиксельной AI-камерой и ультра-широкоугольным объективом. Yumidigi X имеет большую батарею в 4150 мАч, поддерживающую быструю зарядку 18 Вт, которая может быстро заряжать устройство. Он также оснащен многофункциональным NFC с поддержкой Google Pay. Хороший процессор, куча памяти, большая батарея, AMOLED-дисплей, стильный вид и очень достойные камеры. Мне кажется, что Yumidigi X это достойный конкурент многим бюджетным устройствам, да еще и за такие скромные деньги. У меня уже был опыт использования телефона от Yumidigi, это был Yumidigi F1. И гаджет произвел на меня приятные впечатления, лагов и проблем с ним не было, да и сейчас он работает прекрасно. Так что думаю, новый флагман компании будет радовать еще больше. Так, что-то я заболтался, пойду заказывать новинку для обзора. Все ссылки будут в описании под видео. И помните, что с 26 по 31 августа при покупке смартфона покупатель получает беспроводные наушники бесплатно. Акция действует на первые 1000 заказов, так что дерзайте. Хорошего дня и пока!